И снова всем трем. Четвертый трем за сегодня получается. Хотя, ну да, по сути четвертый. Хотя сейчас видео выходят не по несколько штук в день, а, грубо говоря, по факту, так сказать, набор просмотров. Поэтому фиг его знает. Может получится побольше перекур, но да это не важно. Важно, что всем трем. Доброго времени суток. Это канал... Ой, Дмитрий. Или ленивый я. Если уж тебя каким-то чудом сюда занесло, то поставь лайк, дизлайк, напиши что-нибудь в комментариях на канал, подпишись на видео, когда ты смотришь, в общем, поучаствуйте, мне сложно, мне приятно, поддержка, мне мотивация, но в общем, вы это так все прекрасно знаете, кто не знает, тем добро пожаловать, и всем остальным тоже. Да, отлично прокатились. Так, и у нас мега-бомбермен. Бомберман. Бомбермун. Такой вот. Бомбермен. Бомбермен. Кстати, хорошая новость. Я таки нашел одних викингов. Правда, они какие-то не такие. Я не таких помнил. Из далекого детства там. Вот это меня немножко смущает. О, это довольно прикольно. Огоньки, они тебя видят и бегут на тебя. Но... Сквиш. Том-том-том. По поводу того, что я тут чищу вообще все, что только можно, ребят, тут на самом деле все просто. Я хочу найти максимальное количество, так сказать, улучшайзеров для моего бомбермуна. Привет. Эх, я думал, он сам ее подорвет. Насколько я помню, вот эти штуки, когда огнем своим пуляют, если они пуляют таким образом, ну, короче говоря... Ах, то ж не получилось. Ну ладно. Да уж, я сейчас вот поиграл в это метро, блин, только настроение себе испортило, ей-богу. Прям вот это вот два полковника, это вот... Как говорится... Настолько... Это гнилая философия, блин. Точнее, не работающая. Как говорится, на словах, как это, на словах-то все красиво. По факту, блин, ух, колотит прям аж. Ведь есть люди, которые реально верят во все это. Ну, типа, что там, что там кто-то есть, кто знает лучше, бла-бла-бла. Ну-ка, о, есть то, что надо, ну-ка. Вот, да. Ускоритель, ха-ха, есть. Классная штука. Теперь его главное не потерять. Ой, ой, блин, черт, я не хотел. Ну ладно, блин, жалко. Не, ну просто знаете, там как бы бонусы-то бывают, мягко говоря, разные. Я фиг его знает, какие я там оставил. Может быть что-то очень хорошее. Ах ты ж. Есть. Кстати, если вы обратили внимание, то сверху безостановочно падает огонь. Это долбанный вулкан. Вон он. Огонь очень опасен. Во-первых, он может взорвать бомбу, если попадет в нее. А может взорвать меня. Или может, кстати, уничтожить бонус. Вулкан тут никак, к сожалению, не убивается. Да, вот такая вот он бяка. Опа! Есть! Попался. Так. Нет, в этот раз я не собираюсь пропускать здесь кирпичики. Что вполне может оказаться... Вот я говорю, у меня сейчас не найдено... Парочка очень нужных бонусов. Это бонус на умение прохождения через бомбы. Это бонус умения прохождения через стены. И это, как ни странно... Бонус... прохождение сквозь стены, сквозь бомбы. И еще бонус, когда ты выставляешь бомбы в ряд перед собой. То есть вот... Ты как бы ставишь не одну бомбу, а ты нажимаешь два раза, и бомба, вот куда ты смотришь, в ряд выставляются все, сколько поместится. Очень классный бонус, очень удобно, вот мне нужны эти три бонуса. По крайней мере, хотя бы хождение сквозь бомбы
и выставление бомб перед собой хотя бы. Уж сквозь стены, ладно, это не шибко важно. Хотя, на самом деле, может и спасти иногда. Ну ладно, будем надеяться, что все-таки эти бонусы я там не пропустил, хотя будет очень обидно, потому что я помню, что в свое время я играл, ну и друзья, когда играли, бывало такое, что человек мог всю игру пройти и так не найти эти бонусы буквально. Это было довольно стрёмно. Ну да ладно, еще один уровень пройден, осталось два для данной локации. Но что там дальше, мы увидим, как обычно, в следующей серии. А пока что плейлисты поддержки канала в описании под видео. Всех, кто посмотрел, обнимаю. Парни, хлопаю плечу, девушечку, мокрую щечку. Увидимся в следующей серии. Мега Бомберман Форева. Я буду продолжать искать нужных лост викингов за номером 2. Да? Как-то так?